вынесли такое название. Актуальная для нас тема авиастроения. Ну, с одной стороны, мы хотим показать, особенно для студентов, что мы давно в этой теме. Украина, наша территория, наши предки. А с другой стороны, сейчас все чаще этот вопрос ставится в правительстве, надо ли нам это. Я постараюсь на эти два вопроса каким-то образом аккуратненько ответить. Ну, смотрите, в этом году 117 лет со дня взлета вообще братьев Райт, первого самолета, вы это знаете, я просто хочу напомнить, все это есть в интернете, но тем не менее. И 110 лет, всего-навсего, смотрите, 7 лет разница, когда взлетел первый самолет в Киеве местного производства. То есть не тот самолет, который покупали во Франции, где-то в Одессе взлетал, а это местный наш самолет. Он взлетел, значит, на территории нынешней киностудии Довженко, около метро Шулявки, там, значит, был такой ипподром. Там был первый взлет, исторически все запечатлено. И мы даже когда-то в нашей фирме издали вот такую книгу 7 лет назад, 100 лет отечественного самолетостроения, тоже провокационно записали наше первенство Украины, Киева, ну тогда это была Русь, Россия, вот, взлета первого отечественного самолета. Эта книга разошлась, ее читали историки, читали специалисты по авиастроению. Были у нас некие споры, ну не первый, или через буквально неделю взлетел самолет в Санкт-Петербурге, тоже местного производства. Ну, в итоге договорились, что хорошо, может быть, это и так. Тем более, что 100% свидетельств, доказательств этого уже нету. Да. В основном это описано в газетах, в памятных записках и прочее, прочее. Вот это немножко история. Ну и теперь наши темки. Современный взгляд на современное мировое авиастроение. Ключевые тенденции развития, опять-таки, мирового авиастроения. Ну и что нас ждет, это более такая тема неоднозначная. Ну и, значит, мы кратенько постараемся посмотреть. В принципе, рынок ли есть сегодня, все это рынки. Надо делать, не надо, я хочу, мало ли что хочу, кому это нужно. Вот тут показан рынок. Мы видим, что огромные цифры прогнозируют специалисты западные за 15-35 год, за 20 лет около 5-9 триллионов долларов США разных видов авиационной продукции. Военные самолеты и гражданские. То есть рынок бесспорно есть. Причем он делится приблизительно пополам. Военная продукция и гражданская продукция. То есть если чем нам этим заниматься, очевидно, есть. Рынки географические. Но самый большой рынок — это Северная Америка. Вот за этот же период, за 10 лет, около 4000 самолетов в Северной Америке, ну потом кругляшочки вы видите. Европа 1500, Латинская Америка 790 и так далее, и так далее. То все остальное поделено в меньшей пропорции. То есть потребность есть, рынки распределены. Еще один показатель, это к тому, что а зачем этим заниматься. Я буквально вчера был в Минэкономике, позавчера был в Минэкономике, бываю на всяких совещаниях, член рабочей группы авиастроения, участник разработки стратегии авиастроения, я потом рассказываю. Наш институт уже в течение 20 лет разрабатывает программу авиастроения. И тем не менее, со сменой правительства поколений все чаще приходится доказывать, что вообще это нужно, и вот так вот нужно не авиастроителям, это нужно стране, это нужно интеллекту народа. Это очевидные вещи, их приходится формулировать. Ну, другие вещи не трогаем, берем только об экономике. Выработка, смотрите, выработка — это объем продаж или производства, или продаж, это близкие цифры, фирмы, разделенные на количество людей там работающих. Выработка. Сколько человек производит долларов, условно говоря, то есть от своей продукции. Так вот, в мировом авиастроении, вы видите цифры, 500 000 долларов. Это съем человека, работающего в авиастроении. Это очень большие деньги, если возьмем какие-нибудь другие виды производства, там металлургию или агрокомплекс, это все в 10-20 раз меньше. То есть человек, работающий в авиастроении мировом, он производит вот столько денег, от него прибыль такая, и, соответственно, часть идет ему на зарплату, ну, условно говоря, четвертый, 25-18%, это зарплата со всеми там налогами его. Остальное — это государственные доходы, это развитие в НИР ОКР, в исследования, в интеллект, скажем так. Огромные деньги. То есть, если это другая отрасль, кроме авиастроения, таких генераций средств не производит.
Поэтому это нужно кому? Это нужно стране, это нужно региону. Мы уговариваем, рассказываем, нам слушают, пока одни услышали, их уже поменяли. Я лично уже где-то 3-4 премьерам лично это такие вещи, только более глубоко с формулой, докладывал. Ну, в целом успевают понять, потом все меняется. В Украине, ближе к нашим реалиям, осталось сегодня 40 приблизительно предприятий, относящихся к авиастроению. Это комплектаторы, интеграторы, научно-исследовательская организация, УКБ, не так много, было где-то намного больше. 52 тысячи рабочих мест. На такую сумму приблизительно реализована продукция за 2011-2019 годы. В принципе, это в долларах США. Вы видите, цифры такие не очень большие. Выработка у нас приблизительно 15 тысяч долларов на человека вместо 500 у лидера. Вы видите, совершенно несопоставимые цифры, но тем не менее. Теперь то, что мы тоже часто доказываем, это не очевидность, я поэтому вам тоже хочу показать, вдруг вас кто-то будет спрашивать, тоже можете сказать. Вообще говорят так, страна бедная, в стране нет денег, поэтому почему страна должна давать поддержку, это называется не поддержка, это преференции. Это как мы для того, чтобы вырастить в саду у себя яблоки хорошие, мы должны вначале что, купить хороший саженец, потом должны купить удобрения, потом должны хорошо полить, потом должны вскопать. Это все затраты. И потом на этом дереве произрастут яблоки. Это преференции, так и здесь. Надо вначале вложить, и все государства не забывают преференции вкладывать. Размеры в целом более-менее понятен. Приблизительно 15% от объема произведенной продукции. И тогда эта отрасль растет, то есть она развивается. Тоже приходится доказывать, мы неоднократно это всем рассказываем. Не всегда верят. Это мы просто приводим для них же. Я просто взял материал, который недавно в Минэкономике докладывал. Тут перекомпонованный, естественно. Вот разные страны, которые по-разному делают преференции в авиастроении. Канада вот своими методами, США по-своему, Бразилия по-своему. Единственных универсальных методов нету. Но цифры, которые более-менее публикуют, которые можно доверять, это 15% от объема продаж возвращается в развитие. И тогда оно растет. Типа ты с дерева снял яблоки, продал там на там, $1000, условно говоря. Не забудь 15%, $150 вернуть в обработку яблони, в улучшение ее роста, в удобрение там, и так далее, и так далее. И тогда все будет хорошо. Ну, это приходится убеждать. Ну, теперь, а мы имеем ли право на преференции? Вот программа, мы это хорошо знаем, то есть информация с первых рук, мы разработчики этой программы. Предыдущий, 2000-2010 год, вот сегодняшняя попытка у нас уже 10 лет, нам не пропускают программу авиастроения в Украину. Украина, как государство, не имеет программы. Вы что, представляете, что такое программа? Это, я думаю, что такое управление? Управление это что? Это прогноз, это планирование, это реализация, отслеживание. Так представляете, как можно управлять при государственной отрасли, когда нету программы, нету плана. Пытаемся мы это сделать многократно, тратим много своих сил, работаем вместе с коллегами нашими авиастроителями. Вот, ну вот, видим, как приблизительно экономика отрасли идет. Такие цифры интересные, грустные, прочее. Ну, если бы все хорошо бы, мы могли бы, вот тут написано, много сюда привнести и привносим еще. На этом я уже не останавливался. Авиастроение – драйвер развития экономики Украины. Хотелось бы. Пока сегодня этого нет. Сегодняшние данные вообще говорят о том, что это есть проблемный вопрос по-настоящему. Мотор СИЧ сегодня работает 3 дня. Значит, все остальные предприятия, всех вот перечисленных, работают 3, 4 и 2 дня. Наши партнеры нам практически не платят сегодня за выполненные работы. Причем цифры такие очень даже скромные и небольшие. У всех есть большие проблемы. Есть такая организация ЮНИДО. При Организации Объединенных Наций они оценивают динамику развития стран. Промышленный потенциал, качество, отнесение стран к той или другой категории. Мы тут отнесены. Категории, смотрите, первые лидеры 10 стран, преследователи 40 стран. Есть такая категория, предпоследняя, опоздавшие. Классная Украина, опоздавшая страна
с точки зрения в терминах развития цифровой технологии, передовых технологий, а еще есть отстающие 88 стран. Если все будет идти тем путем, которым оно идет, у нас есть вполне реальная возможность попасть из опоздавших в отстающие. Но это не будем на эту тему говорить. А теперь мы убеждали наших лидеров, что если запустить механизм воспроизводства, то может много сюда прийти денег, много прийти интеллекта, и мы тогда из вот тех опоздавших можем передвинуться в левую часть этой таблицы и стать почти уже успешными. Убеждаем, пока мяч на их стороне, значит, пока до конца не убедили. Хотя в двух словах потом постараюсь вам что-то еще прокомментировать. Тему перелистнули. Ключевые тенденции развития светового авиастроения. Это чисто мой взгляд. Может быть, он в какой-то мере лично, частно, но тем не менее. Смотрите, вот приблизительно 4 основных тренда развития авиастроения в мире. Создание конструкции планера с высоким уровнем интегральности, как основной путь сокращения количества деталей, сборочного оборудования и повышения эффективности отдачи, значит, с производства единицы. Далее по остальным продуктам. Переход от аналогового к методу проектирования до функциональных технологий, реализация гибких адаптивных производств и широкое использование проектного менеджмента и новых подходов в управлении проектами и задачами. Очень кратенько пройдем по первым. Ну, на основе киберфизических систем производства, использование интеллектуальных компонентов, которые способны к самоорганизации, создание, ну скажем так, интегральной конструкции. Один из таких больших блоков этого задачи – это композиты. Композиты позволяют сделать конструкцию более интегральной, кроме других еще методов и способов. Вот тенденции. В области военной авиации 25% сегодня, в области гражданской авиации на сегодня 50% приблизительно композитов применяется в мире. И все это растет в области вертолетов вообще до 90% композитов в планере самолетов. Ну, приведены некие, значит, опять-таки, интересные инженерные решения. Если Airbus и Boeing идут разными путями интегрализации композитной конструкции. Если Airbus в основном панелирование делает, то есть выкладку композитной системы по подобию металлической конструкции панели, то Boeing наматывает. Но тем не менее успехи у тех и других хорошие. Тут приведены некоторые визуальные картинки, чтобы вам было легче воспринимать и не хотелось спать. Знаете, вот живая вставка каким-то образом отвлекает, да, смартфона и всего остального. Вот. То есть это уже отработано, это уже есть в наличии. Кто композитами занимается, все это видел. Я бывал на этих предприятиях, лично участвовал. У нас были работы совместные. В основном были с французами один раз работы по композитам с Airbus. Повезло, но долго не продолжалось. Тем не менее, мы какие-то деньги заработали. Потом мы работали с сухим суперджетом и с АВС-21. До всех этих событий, которые произошли в 2013 году. Возвращаясь к нашей первоначальной теме, на фирме Антонов довольно хорошо и очень давно начали применяться композиты, раньше, чем они на этих фирмах Airbus были, кстати говоря. Вот. Ну, я покажу потом цифры. Но вот сегодня, например, на Ан-70 киль, он и раньше был сделан интегральный композит, сейчас его перепроектируют, делают сборный композит. То есть есть многие конструкции интегральные композитные. Вот приблизительно динамика применения композитных материалов. Смотрите, 75-й год уже было 5% на Ан-28, потом постепенный рост на последних машинах до 12% композитов. То есть, в принципе, в наших условиях это подвиг. Когда денег нету, когда сбыта нам, рынки у нас отсечены по большому счету, тем не менее Антонов пытается что-то сделать. Второй блок тренд. Переход от аналогов методов проектирования до изготовления до функциональных технологий функционального проектирования. Ну, получается, смотрите, основной тезис, что технологии сегодня не ограничивают конструктора, как раньше проектировалось изделие. Условно говоря, в голове конструктора, когда он создавал новый продукт, он помнил, что у него в предыдущем было крыло из каких-то панелей. Ну, он брал эти панели из нормативной базы данных, потом допроектировал, улучшал, усиливал, утолщал,
И эта панель становилась основной конструкцией. Сегодня можно этого не делать. Технологии обеспечивают твою фантазию, условно говоря. Ну, несколько утрированно, но постепенно мы идем к этому. И технологии мы все, что сфантазировал, сделать в таком виде, в котором тебе нужно. Может, ты можешь из базы данных, из аналога не брать. Ты можешь проектировать так, как надо по функционалу. То есть ту форму, те развертки, те обороты, те углы, которые тебе нужны, и технология это обеспечит. Это новый современный тренд. Ну, тут в формулах написано, мелко написано, вам не видно и хорошо. Вот, я на словах это более-менее сказал, привожу примеры сказанного. Станет возможным, вот, развивая эту тему, используя пультрузионных технологий в изготовлении деталей из композитов, это новые технологии, аддитивных технологий, автоматизированных высокоскоростных киберфизических модулей. И вот разница. Получается, аналоговый метод дает одну трудоемкость и одни преимущества, но значительно лучше получается функциональные технологии. Видите, есть хорошая экономия, здесь можно двигаться, много еще таких решений. Это не только тренд авиастроения, это тренд общего развития прогресса технического. Вы видите, вот вам функциональные конструкции. От старых балок, от старых грубых углов, от сборки балки. Технологически как удобно, сегодня можно сделать вот такую конструкцию, технологии даже в строительстве это позволяют, и к этому же идет авиация. Реализация гибких адаптивных систем производства. Тут впереди, значит, американцы, вот старая система сборочного производства завода, она вот такая, устанавливаются отдельные подсистемы сборки самолета, а по-новому свободное пространство цеха. И роботы, которые обслуживают сборку, они под любую конструкцию, под любую модель подбирают и могут, значит, в общем-то, вот, сделать вам опять то, что вам нужно. Не то, что зафиксировано, а то, что придумали, то, что сегодня по количеству самолетов нужно, под модели, которые нужны в свободном пространстве. Каждый раз под данный самолет не нужно городить цех, все это более-менее пространственно заведено, и внутри вы гибко, в зависимости от рынка, от намерений, от заказов, можете обеспечивать наше специальное вот такое вот производство. Это уже современный тренд. У нас пока этого нет. Это мы взяли картинку у Боинга, не сами придумали. Вот. Они показывают, куда они идут, они еще к этому не пришли, но они идут туда. Ну, очевидно, если мы будем в теме, то мы куда-то в этом направлении должны тоже идти. Пока мы просто это знаем, за них радуемся. И широкое использование проектного менеджмента. Я знаю, что сегодня он у всех на слуху, но он на слуху, но в деле его еще нет, к сожалению. И не используя стандарты и подходы, мы сейчас работаем с НАТО по этой тематике, россияне в этом деле довольно хорошо продвинулись. У нас мы пока находимся на каких-то стартовых позициях, то ли выжидаем, то ли изучаем, то ли разбираемся. Конечно, надо двигать это направление, потому что это как вот разница в медицине. Медицина стандартная, должен быть очень классный медик. Он должен тебя по глазам оценить, не имея аппаратуры. Откройте ротик, покажите ручку, и он тебя определит, чем ты болеешь. Представляете, где этих медиков взять, таких вот, как земской врач, где же он сегодня есть. Поэтому вся медицина идет по протоколу. То есть у тебя все записано. Тебя пропускают через какие-то системы, значит, мониторинга, и потом тебе же подсказывают, что у тебя ушко там болит. Ну, уже дальше идет врачу по ушку, он тебя смотрит. Так и здесь. Что такое система управления проектным менеджментом? Это система протокольных действий, где интеллект нужен только вверху, а исполнение нужно, уже скажем, на среднем уровне. И не надо так долго учить человека, 10, 20, 30 лет, он через 3 года более-менее может быть в строю. Это требует все нормы ИКАО, это требует современные тенденции. Успешные конечные результаты каждого проекта, как правило, являются следствием его правильного управления, а затем завершения. Очень важно правильно формулировать цели проекта. Раз уж я в этой аудитории, я начал от Олега Константиновича Антонова, хочу привести вот опыт создания Руслана. Вот схема как киберфизическая, кибернетическая, как создавался Руслан. Антоновцы выпустили прекрасную книжку, как создавался Руслан, а мы ее разложили на алгоритмы по годам. Идея возникла в 1964 году, после взлета
АНГ-22, Оле Консиль, возникла идея, что есть на Западе, подготовится машина большая к запуску такого типа, которая может быть конкурентом АНГ-22. Вот они начали проходить разные шаги. Эти шаги тут я не буду детализировать, можешь представить. Идея возникла, потом варианты пошли, один вариант, второй вариант, третий вариант, все эти варианты перечислены, четвертый вариант. Постепенно идеи превращались уже в тематику близкую к самолету. И приблизительно 72-73 год уже, значит, был макет сегодняшнего АН-124. Сколько лет шла притирка, отработка идеи, апробация ее, опробование, испытания, запуск подсистем металлургии, подсистем энергетики, чтобы это все можно было сделать. То есть такая страна большая, она все запускала вместе с идеей, запускала смежные производства. Можете себе представить, какие деньги, какие затраты. То есть сам самолет стоил приблизительно 1/10 затрат, которые нужно было вложить в инфраструктуру, которая позволяла потом его серийно производить. Ну, вот мы просто посмотрели и потом расписали в отдельной статье алгоритм принятия решений очень интересен. Сегодня так не получается. Нет этих лет, нет этих ресурсов. То есть надо оптимизировать систему поиска путей, систему поиска лучшей технологии создания продукта. Это очень хорошо, это помогает проектный менеджмент, кстати говоря. Ну, это вот итоги. Я то, что сказал, тут где-то написано. Сегодня так не получится, надо по-другому, более эффективно. Нам надо искать, как это сделать. Ну, взгляд на ближайшее развитие отечественного авиастроения. Ну, международные авиационные проекты. То есть так получается, что сегодня выступать в качестве самостоятельной единицы, разрабатывать самолет самим, продвигать его на рынок, организовывать производство и сбыт становится все сложнее. Как это не грустно признать, хотел, это знание, конечно, надо пытаться держать, может быть, даже какую-то мечту, но это же Антон, может, скажет, может, они считают, что так. Ну, мне, как вот такому эксперту, несколько отстраненному от ситуации, конечно, надо искать участие в международных проектах, быть там комплектаторами или разработчиками, то есть исполнителями отдельных задач и функций. Может, потом мы разобьемся, сохранимся, может, мы вернемся к конечному интегральному продукту. Вот. Но сегодня это пока получается очень сложно. И последние годы об этом говорят, производства уже 5 лет самолетов у нас нет. Международные проекты в области исследований. Чтобы не потерять квалификацию, не потерять знания, то надо, пока у нас идет такое пробуксовывание, участвовать в международных проектах. По-настоящему. Не выборочно, а как система. Специальные люди, вице-президент должен этим заниматься с утра до вечера, иметь группу людей. Иначе мы отстаем по знаниям. Это абсолютно точно мы чувствуем. Мы постоянно пытаемся в этой области работать. И видим, что это большая дырка. Нас просто завтра не возьмут в это дело. У американцев интересная ситуация была. Они же разрабатывали F-22 истребитель, вы знаете, очень мощный, хороший, который имеет 2,5 звука эксплуатационного скорости. Вот, это было почти 20 лет назад, он вышел. Вот, потом они его приостановили и по каким-то там своим причинам разработали F-35. Еще более совершенная машина, более невидимая. Но у нее скорость оказалась всего 1 Мах эксплуатационная. Он проигрывает по скорости, они попытались немножко вернуться опять к F-22. Представляете, у них, которые идут исследования, все хорошо живет и дышит. Опа, и нету компетенции. Компетенции тех специалистов, которые работали 20 лет на F-22, они рассосались. Они уехали в Японию, в Корею, куда-то, где-то, опа. Они не смогли воспроизвести то, что было 20 лет назад, и сделали 35-й хуже, так мягко говоря, они это признают, чем 22-й по многим параметрам. Чтобы потеря компетенции. Можете представить, что у нас может быть. Поэтому обязательно надо этим заниматься. Ну и студенты должны участвовать, пробивать, делать актуальный проект. Это просто примеры, в чем мы участвовали вместе с Антоном. Спасибо им за то, что мы вместе работали. Эта тема была по Саудовской Аравии. Были идеи построить там завод, который производил бы разработанные Антоновы машины.
Может, тема еще до конца не умерла, но будем надеяться. Мы показывали саудам, что это такое, с чем его едят, грубо говоря, какой должен быть завод, что он должен производить, разные типы самолетов. Иногда надо моделировать, показывать, привлекать, рекламировать. То есть реклама, наши коллеги это делают, разрабатывают достаточно успешно. По 178 предлагали, по 188 это развитие Антонова 70. Вот. Рассматривался вариант 124 тоже там в песках, потом меняли темы, делая там, думали потом делать здесь, а туда возить облетывы и так далее, и так далее, и так далее. Ну и финал уже, я заканчиваю. Два дня назад мы вместе с коллегой Юрием Григорьевичем Андреенко были в Министерстве экономического развития, там возникли великолепные новые лидеры. Вот. Ну, одного лидера, может, вы знаете, тоже министр экономики. Мы больше обратили внимание на двух лидеров женщин. Вот одной 34 года замминистра экономики, Юлия Анатольевна, она курирует традиционную отрасль. Вот. Очень хороший слушатель, мы ей рассказывали, показывали. И вот сейчас вроде рождается в недрах Министерства экономики стратегия развития авиастроения. Ну, в какой-то мере мы на это надеемся, вроде как убеждаем. Ну, потому что за стратегией, утвержденной Кабмином, должна следовать программа. Ну, надеюсь, что стратегия будет утверждена, может быть утверждена программа. И наши многие прогнозы, положительные, позитивные, начнут сбываться. Нам бы это хотелось. В любом случае будем работать. Надеемся на ваш, на сотрудничество и на совместные успехи. Спасибо.